Прошла она по итогам встречи с фермерами. На вопросы отвечали губернатор края и зам генерального прокурора России. Как рассказал глава региона, в основном жалобы фермеров касались передела земли. Передел земли в крае, а он всегда будет, его никогда не остановишь. Это жизнь, коллеги, это жизнь. Поэтому кто-то кому-то будет продавать, уступать, закладывать, и он должен быть в рамках правового поля. Вот и все. Что сегодня должна обеспечить и власть, и надзорный орган? Вот над этим мы сегодня работаем, и это наша основная и стратегическая задача. Я считаю, что диалог у нас конструктивный, есть результаты, и, конечно, мы уверены в том, что мы сможем сделать так, чтобы все-таки ее движение от одного собственника к другому, от одного арендатора к другому было в правовом русле. В свою очередь Андрей Кикоть также отметил положительную практику совместной работы органов исполнительной власти и надзорного ведомства. Такой опыт будет продолжен и в дальнейшем.